Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал Watch Dogs Bad Blood. Прохождение сюжета, дополнение. Продолжаем. Уязвим к взрывам. Угу. Боец. Серьезный противник. Хорошо. Итак, что же нам предстоит сделать в этой миссии? Мы узнаем после, черт возьми, долгой загрузки. Давай же. Отлично. Итак, кстати, я говорил, что дома не продаются. Да, Грей, я отследил их до особняка. 0182. Вот, на карте есть огромная стрёмная махина. Я туда ни за что не сунусь, сразу тебе говорю. Я и не прошу. Ты и так у нас молодец. Я возвращаюсь в башню. Не убейся там, ладно? Ага. И не попадись. Да не парься ты. Рэй, что-то мне это не нравится. Может быть, как-нибудь по-другому? Да успокойся, наконец. Да успокойся. Это ты еще раз так делал. Так, машина есть. Кстати, машина — это хорошо. А где тут все это происходит? Ой-ой-ой-ой. Итак, миссия будет называться у нас «Бальзам на душу». А мы полетим вот отсюда. Вечерело. Так, ребятки. Включить сигнализацию? Да нет. Зачем же включать сигнализацию? Какой приятный цвет. О! Секунду. Так будет проще. Мы едем. Едем, едем. О, блин, остановка. Оу, простите. О. Почти приехали. 90 метров. Эй, ты чего? Бальзам на душу. Начинаем. Если выясню, кто за этим стоит, разберусь с ними до того, как нас найдут. И у нас будет отличный шанс кипнуть. Где-то тут Алекс Яворский. Надо бы его найти. Он владеет ценной информацией. Переберитесь на другой берег. Окей. Предусмотрительно кто-то оставил свой катер. Поплыли. Буйки. Все довольно аппетитно. Луна.
Похоже на мой, но как-то кажется поменьше. Так. 130 метров достичь. Тут, я так понимаю, причал. Отлично. Причалили. Так. Камера. Сверчки. Тьма такая. Так, а куда вот этот вот? Угу. Какая-то маска лося. Вау. Старый какой-то заброшенный особняк или что это? Довольно атмосферно. Итак, сейчас поглядим, что у меня тут. Где мой этот сканер? Генератор помех. У меня один есть. Ага, вот так пометили. Будет попроще. Тихо. Тихо. Так. Там гадов двое. Там боец. Пойду-ка я вот сюда. Лежать. Готов. Так. Что у нас здесь? Ага, вон еще один гад. Пристрелить его, что ли? Атмосферненько. Туман. Особняк. Куча охраны. Все по стелсу. Так, куда он там пойдет? Сюда идет. Хорошо. Готов. Есть. Так, здесь взорвать. Что у тебя тут за автомат был? Важно. Так, вот еще один. Вот урод. Так, что-то там разглядывал. Ага, начинается. Попали в самое логово. Камера. Поглядим. Так, где-то я там. Глушитель видно. Так, здесь можно открыть. Лежать. Отлично.
Так. Здесь у них что? Блин, трупак. Ёлы-пал. Так, это что такое? Ящик с... Похоже, работенка для Юджина. Для Юджина. Давайте попробуем. Выяснил, что это за вой? Калоприемники, чувак. Какой-то мудень просто взял и выбросил их в мусор. А, гадость какая. Это опасно, блин. А если мы сюда загремим когда-нибудь? Операция около ведра с говном. Круто, да? Так, ну давайте, ребятки, расходитесь. Так, один ушел. Второй готов. Так, отлично. Камера. Привлечь. И на кой ляд я сюда на машинке приехал? Взорвать. А вот здесь открыть, я так понимаю, не получается. Что? Так, боеприпасы, ноут, лестница. Лады. Так, всем хана, привлечь. Сумка. Что тут? Лекарство. Операция возле... так, взять. Забираем машинку. Привлечь. Камера. Ага, вот еще камера. Так, посмотрим, что здесь. Очини, что-нибудь слышно? Залег на дно. Хотел по-крупному сыграть. Не вышло. Слышал я одну историю. Его поймали без оружия. Он начал чуваку зубы заговаривать. Грузит его, грузит. А сам все ближе и ближе подходит. Да, что-то тут не так. Отвлечь. Камера. Лежать. Вроде нормально. Тихо. Еще один. Отлично. А так, здесь тоже можно, я так понимаю, машинкой кататься. Там кто-то лежит. Ты сюда идешь? Что это, мать вашу? Сука, какое стрёмное место. Это все Кини? Он не один был. Блин, охереть можно. Там что-то неладное. Я проверю. Да-да. Проверь-ка. Буду вас здесь складировать. Так, еще один. А его самого можно как-то отвлечь? Эй! Жопа! Да у нас гости! Пойду разберусь.
Твою мать! Охренеть! Ищите уже! О! Ищите и будьте осторожны! Готов. Взорвать. Ага, нашел я тебя. В контракте этого нет. Проверь там. Вот блин. Так, у нас есть дело. Ищем дальше. Там, глянь. Соберись. Вот газы. Я погнал. Так, ну, пришлось. А то эти два гуся долго бы тут высовывали свои бошки. Итак, еще где-то один. Привлечь. Это что такое? Ловушка. Так. Один из этих страдальцев, возможно, Алекс Яворский. Один из этих страдальцев. Здесь, видимо, какая-то подпольная больница. Это что тут? Сканер. Заберем. Кто-то палит. Так, что у нас здесь? Что-то взорвать. Черт возьми, кто там ходит? Это, я так понимаю, выход наружу. Обнаружена уязвимость, которую использовать нельзя. Там, где стоял боец и остальная армия. Так, здесь я все исследовал. Полезли, наверное, наверх. Вроде должно быть тут. Взорвать патроны. Что у нас тут? Знакомый товарищ. Моя работа вроде. Создал новый наркотический коктейль. Да. Что, может тебя пристрелить? Ха, не знаете. Так, а это что у нас здесь? Для машинки, я так понимаю. Открыть. Вот еще один. В больнице им начнут задавать вопросы. Хорошо устроились, блин. Всех уложил. А где он? Так, вот что-то камера. Где-то внизу бегает. Там, глянь. Пошли, я в деле. Ну ладно. Так, камера. Взламываем. Найдите Алекса Яворски. Вот такой вот Алекс. С перебинтованной головой. Знает 5 языков. Наемник. Так, это что такое? Ну, это все здорово, а теперь нужно как-то с ним поговорить. Так, еще раз. Наконец-то. Алекс. Алекс.
Жут, нет! Тише, тише. Я вытащу тебя отсюда. Ты психи. Твою мать, не просто нелюди. Чуваку нос отрезали. Хватит, чел, спокуха. Ты Рэймонд Кинни? Они тебя ищут. Если отцеплю аппараты, сможешь встать? Я ног не чувствую. Такс. Оператор, что у вас случилось? Скажите копам, их стукача подстрелили. Пусть приезжают. Вы еще там? А? Мне пора, не то повяжут. Так что выкладывай, что знаешь про Блюм. Имена. Хоть что-то. Я следил за бухгалтером Блюм. Его зовут Джек Файнли. До босса не добраться, а Джек... заставишь этих козлов страдать. Подойдет поближе, стреляй в лицо. Все понял? Держись. Держись. Вот так вот. Подойдет по... Блин, кто дверь открыл? Хренов дом с привидениями. Я понимаю, сейчас начнется драка. Где тут сканер? Ого. Так, текать. У нас беглец. Вертолет уже в пути. Бляха-муха, вертолет. Ё-моё, копы приехали. Блин, сейчас начнется стрельба. С другой стороны прикрытия могу смыться. Это полиция. Выйти из дома, быстро. Если увидим оружие, открываем огонь. Как они нас нашли, блин? Плевать, не подпускай их. Так, хренова вертушка. Надо бы ее прогнать. Так, теперь копы воюют с бандюками. Кто-кто попался, ёлы-палы. Так, птичка приболела, улетай уже отсюда. Так, здесь вот коп куда-то ломится. Сдавайся! Тихо. О! Так. Вон один. Здесь толпа. Преступник там. Готов. Объект ранен. Здесь раненый. Лежать. Так, что это у тебя тут такое интересное? Заберем. Деньги и пистолет какой-то. Заберем. Посмотрим. Хорошо, пока поставим этот. Черт, вон он! Чертовы копы. Да ну вас нафиг. Мы видим объект. База 2-4. Прошу расчистить воздушные пути в нашем секторе. Прием. Вертушка. Где-то там.
скрыться. 174 метра. Побежали. Ого. Хреновы копы. Мы видим объект. Отлично. Так, десант. Понаехало тут народу. Поплыли. Скройтесь от полиции. Задача. Такс. Вертушки нет. Эти гады плавать не умеют. По-моему. Скройтесь от полиции. Шикарно. Так, поиск цели. Finally. Джек Файнли. Как у вас несколько, но только один. Работает в Блюм. Супер. Спасибо за чекин в любимом баре, друг. Ты сильно облегчил мне жизнь. Чек-ин. Очко навыка получено. Значит, сейчас посмотрим, что это. Сколько у меня их? 5 уже. Так, что это такое? Автоматически подсвечивает. Да, это мне не очень. Что это такое? Помехи в эфире. Помехи в эфире. Так, трубы. А это что? А, вызвать подкрепление. Полезная вещь. Принять. Сколько нужно? Требуется очков 5. Хорошо. Можно взрывать трубы. Это я тоже возьму. Чтобы еще здесь на 0 очков взять. Халяв не будет. Часть вторая. Бальзам на душу. Задание выполнено. Отлично. Следующая миссия у нас где-то, по-моему, здесь была. Или где она? Где-то там со своим чекином. Еще наверняка никто не позвонил. Сейчас позвонят. А, опыта. Так, есть. Ночку навыка. Просто куча опыта. Надо бы как-то репутацию поднять, а то совсем беда. Так, а что по поводу прогресса? Итак, часть вторая. 3 из 4. Следующая, значит, будет последняя, я так понимаю, в этой части. И называться эта миссия будет... связи. Вот так вот. Бальзам на душу. Очень атмосферно, очень великолепно. С таким этим перестрелками и стелсом на каком-то особняке. Переделанным под какую-то... медицинскую лабораторию, или я не знаю, там больницу, что-то такое. Действительно понравилось. Очень классно. Что ж, вам всем спасибо за просмотр. Всем желаю удачи, всем пока-пока.